Сегодня мы будем готовить почаёлок. Перед тем, как его отварить, я его солю, и он у меня 2 часа стоит, пропитывается солью. Вода у нас закипела, мы наше мясо вместе с морковкой, луком и лавровым листиком забрасываем и варим минут 30-40. Мясо мы сварили, теперь его будем шпиговать чесноком и лавровым листиком. Для этого мы прокалываем ножом, глубоко делаем отверстие, туда заталкиваем, плоско мы порезали чеснок и лавровый листик. И так по всему периметру мяса. Вот так кололи и затолкали туда чеснок, потом лавровый листик. Мы наш почаёлок нашпиговали чесноком с лавровым листиком. Теперь возьмем красный перец и так слегка посыпем наше мясо. После этого возьмем досточку, накрыли досточкой, поставили груз. Наше мясо будет стоять до полного остывания.